Депутаты молодежного парламента при Гродинском областном совете депутатов приняли удел у телемосте с российскими коллегами. На повестке дня – реализация международного проекта по отличбовце памятных мест и похованию часов Великой Отечественной войны. Телемост связал столицы и некоторые города Беларуси и России. С Гродно видеосувязь налажена была с областного палаца творчести детей и молоди. Юные парламентары разважали про историчные аспекты Великой Отечественной войны в контексте уделу молоди у захования историчной памяти. Что головное, о подходах до передачи звесток об военных подеях наступным поколениям. Таким уже реализованным кроком можно назвать международный проект по отличбовце памятных мест и похованию часов Великой Отечественной войны. И была создана интерактивная карта, звездочка на карте района, благодаря которой можно найти любой памятник, который оцифрован, узнать его историю, посмотреть фотографии, как он выглядит. Также был создан проект «Их именами названы». Это проект, где внесены все имена тех людей, которые воевали в год Великой Отечественной войны и в честь которых были названы улицы города Гродно и населенных пунктов нашей области. Думаю, этот проект он будет носить, скажем, такой положительный характер и иметь свое продолжение в дальнейшем, чтобы его больше и больше наполнять. И на примере данного портала можно будет в дальнейшем уже использовать при проведении тех либо иных занятий с учащимися. У рамках международного проекта юные парламентары Гродинщины провели и добраупорядкование братских могил, мемориалов и мест упахованию. Але головный выник инициативы – отличбовка памятных мест и упахованию часов Великой Отечественной войны, размещенных на территории в области. Таких объектов 1120, из них 689 уже переведены у электронный формат.